Поехали. Третья часть, ребята. Да, я думаю, люди должны быть довольны. По-моему, у меня еще ни разу вообще ни с кем именно борьбы не было по минутке. Ты как думаешь? Тут борьба... Ну, F5. Ну, почему не F5? Это теория, на самом деле. Тогда 2-0 F5. Ого, это теория? По-моему, тоже. Не знаю, надо было брать все-таки ладью. Взял. Надвинул как-то. Ладно, компенсация есть. Ну, может быть и нет, на самом деле. Конь c4, хороший ход у него есть. Наверное, может и нехороший. Ладно, увел ладью. Поймал ладью. Солнце 8, да, сильно. Ого. Сюда. Отвлечения какие-то. Конь d4, нет? Взял. Взял. Так, с качеством вышли. Начинаем. А не, ладья за две фигуры. Качество? Почему ладья за две фигуры? Потому что ладья за две фигуры. Не пугай меня, лишнее качество. Нет, Никита, здесь ладья за две фигуры. Кирилл, ты... все хорошо. Да почему лишнее качество? Посмотри на позицию. Смотрю. А, точно. Лишнее качество. Все, ладно, понял. Мат дай мат только уже. Погоди, мне тут не до мата. Теперь уже до мата, да. Все тут безнадега. С его скоростью никакая не безнадега. И конь прыгучий. Коню нужны шахи. Убей коня. А, зависло немного соединение, нажал на паузу. Так, вот партия закончилась, ребята. Алло, ты это видел? А, Никита. Алло. Вот чем закончилась партия. Ты видел, парк? Ты видел, чем? Ну, опять нажми на паузу, восстановим связь. Алло.